нормально отдохнули, и все счастливы, что он снова играет в футбол. И здесь вообще круто все, так и поле, и зал, и восстановление. Все очень удобно, и все счастливы, что назад на работу. Мы недовольны нашим позицией на таблице русского чемпионата. И это первый момент у нас сейчас, когда можем работать, поставить модель игры. Я счастлив. Я счастлив, что мы будем работать. Первых 14 дня будем играть две игры. Первая игра будет 23 января против Линкольна из Гибралтара. А вторая игра будет 27 против Остранца. Потом будет 5 дней отпуска, в втором кампе будет 6 игр. Есть времени приготовиться и физически, а это что самое важное, приготовить модель игры и сделать намного больший результат второй части сезона, чем первой. Спасибо. Не за что.